проиграл осетину, но победил дагестанца. Сочинец Георгием Чедлишвили завоевал бронзу на первенстве России, которое проходило в начале апреля во Владикавказе. Таким образом, борец из Сочи по результатам поединков вошел в молодежный состав сборной России по вольной борьбе. Планов не знаю пока, вот позаниматься, не знаю, по сборам поездить дальше, видно будет, новый сезон придет, надо будет побольше потренироваться, чтобы уже попадать на Европу и мир. В этом году борец Чедлишвили не попадает на чемпионат Европы и мира, но есть шанс проявить себя в следующем году. Сочинец говорит, то, что вошел в сборную, это уже большой успех. Теперь нужно сделать следующий шаг и доказать, что способен бороться на международном уровне. Это, честно, очень хороший результат, учитывая, что вот Федерация борьбы в Сочи делает очень много для этого. Не только для этого, и даже для нас, для сборной России делает очень много. В Сочи юниоры пробудут на учебно-тренировочных сборах до первых чисел мая. Спортсмены по традиции выбирают именно эту спортивную базу – спорткомплекс Александра Карелина отеля «Весна». Для нас это приятно, потому что все проходит именно на базе Карелина спортивного комплекса. Почти 200 дней в году. Поэтому для нас самое главное сейчас и мальчишки наши присутствуют, и местные мальчишки, и они в этой команде тренера позволяют присутствовать в тренировочном процессе. Глядя на мастеров спорта, мальчишки также мечтают делать броски, перевороты, захваты. А тренерам на таких занятиях гораздо проще разглядеть спортивные таланты среди местных спортсменов. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.